Уже полтора года волонтеры приюта Мурном занимаются спасением кошек. На их счету сотни жизней. Каждая кошка, которая попадает сюда с улиц, огородов или квартир, получает нужное лечение. Ей делают прививки, обрабатывают от паразитов, приучают к рукам. Затем пушистикам ищут новых хозяев. Сейчас на попечении волонтеров более 100 животных. Молодых и в возрасте. Игривых и спокойных. И рыжих, и полосатых. Один из старожилов Мурдома – кот Вижен. История его банальна. Он жил на улице, где-то в подворотне, там, со своей семьей. Еще у нас Баки был, тоже его братик. Их подобрал наш волонтер, они уже были все с соплями, с текущими глазами. В общем, инфекция была сильная. Они еще были прям маленькими, крохотными, скажем так. Ну более-менее там, килограмм, может, полтора. Сейчас Вижена не узнать. Он превратился в шикарного откормленного кота, которому для счастья не хватает одного – семьи. А вот Кутузов попал в приют недавно. Вместе с мамой и братом Наполеоном его принесли с огородов. Животных подлечили, вакцинировали и стерилизовали. У Кутузова более такой нрав недоверчивый, но хотя он агрессии никакой не проявляет, он просто боится. А мама у него более такая ласковая, она мурчит, она уже к рукам приучена, она тянется к человеку. То есть она более такая женственная, скажем так. Когда волонтеры отдают животное в семью, они сразу предупреждают новых хозяев обо всех нюансах. Для кошки переезд в новый дом – это всегда большой стресс. Несколько дней она может сидеть под кроватью и не вылезать, отказываться ходить в лоток. Но, как заверяют в Мурдоме, главное здесь набраться терпения. Когда кошка поймет, что на новом месте ей ничего не угрожает, все наладится. Кошки считают нас собратьями какой-то степени. Более большими, лысыми, но собратьями. Не знаю почему, потому что, наверное, это из-за того, что они как-то человеку тянутся. То есть, если бы они нас считали прислужниками, чем им нужны вообще, они бы к нам так не тянулись. Есть кошки, которые просто не могут жить без человека. То есть, человек для них – это их семья, как я считаю. Но такие кошки не все. Для некоторых нужен прислужник просто-напросто. Приют Мурдом находится на товарной базе. Познакомиться с его обитателями и выбрать себе животное можно, предварительно договорившись с волонтерами по телефону 8-908-762-09-51 и 3-79-51. Кроме того, помочь приюту можно кормами, пеленками и наполнителем. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.